Итак, всем привет. У нас сегодня подходит к концу март. В этот момент, вот в такой момент, мне вспоминается одна история из моего глубочайшего детства. То есть тогда, когда я еще ходил в детский садик. Я помню, когда наша воспитательница вот в такие вот дни, уже весна, а заканчивание зимы и не пахнет. Так вот она говорила: дети, сейчас идет невероятнейший бой. Мы такие смотрим, она говорит: сейчас весна бьется насмерть с зимой за территории своего владения. Ну, я понимаю, воспитательница хотела как бы живописно описать эту хрень всю, которая сейчас происходит. Вот этот снег в конце марта. Но я не знаю, как остальным детям, но я лично думал так: если сейчас идет бой между зимой и весной, то что будет, если весна проиграет? Это на всю жизнь вот такое останется! Вот такая штука. Вот это вот живописные перлы нашей воспитательницы приводили меня в такой вот ужас. Слава богу, никакого боя не происходит. Просто оно иногда меняется быстро, а иногда медленно. И на этом я таки кончу.